Солнечное затмение, за которым в понедельник следили жители нашей планеты, назвали великим американским. Его полную фазу можно было наблюдать исключительно в США. Там Луна на несколько минут полностью закрыла диск Солнца, а тень от него прошла по всей территории страны, от западного до восточного побережья. Такое на североамериканском континенте в последний раз наблюдали 760 лет тому назад, задолго до образования Соединенных Штатов. Миллионы американцев направились в те города, где затмение можно было лучше рассмотреть, и с готовностью делятся впечатлениями. Вы снимаете очки и видите вокруг ночь посреди бела дня. А солнечную корону просто невозможно описать, и никакие съемки это не передадут. Здорово, когда сам это видишь. Это было просто замечательно, замечательно. Я бы хотел еще раз такое увидеть, но мне уже не доведется. Так что я рада уже и этому. Полная фаза затмения продлилась 2 минуты 40 секунд, и наблюдали это жители города Карбондейл в штате Иллинойс. Неполное затмение, когда Луна заслонила солнечный диск частично, можно было наблюдать в Канаде, Мексике, части территории Центральной и Южной Америки и на самом западе Европы.